Что-то я в прошлый раз сюда не заходила. У меня ощущение, что я вижу много новых мест. Что здесь написано? Ух ты! Как прикольно. Жаль, даты нет. Смотри, я говорю, жалко, даты нет. 1868. Ну, на таб... Видишь, здесь даже усилили этот самый. А интересно, когда, может быть, даже еще старше вот эти плиты. А может и младше. Так классно. Укинули оно рабство. Ну, там уже жилые дома внизу. Бабочка летает. У нас сегодня сирень расцвела. Видела розы у людей. Здесь лампочки. Как вот я то, что являетесь, ну, вы является вами, были и мы. То, что мы в данный момент, будете и вы. Надпись возле кладбища. Такие успокаивающие речи. Панорама красивая. Смотри, какое окно было. Маленькое. Красиво, наверное, когда-то это было все. Здесь есть очень старинные плитки, но сейчас не будем, конечно, рассматривать. Смотри, как красиво. Обалдеть, вот это поле. Да? Вот это красота. Сюда спускаться? Да, это сюда эти параглайдеры летят. И там дома, и там. Ну да. Не знаю даже, что там за деревня. Так классно. А раньше, наверное, это было место от этих франкопанов. Типа у них какие-то тут сады, прогулки. Красота природы и вот такие грустные вещи. Плитка маленького ребенка, всего один год. Сгруппировались. Смотри, как лежит. Голову задрал.